уже приехала. Всем привет! Смотрите, какая очередь за лотереей. Точнее, наверное, за выигрышами в лотерею. Стоят, ждут свои выигрыши. А мы ничего не выиграли! Абсолютно! Терпеть ненавижу ждать, особенно посередине всего. В общем, у нас было всего 3 лотереи. И мы ничего, даже 20 евро не выиграли. Мне не обидно, потому что я ни одну не покупала. Вот поэтому я не играю в эти лотереи, потому что мне жалко эти деньги. Блин, ну где она есть-то, а? Вот всегда, когда спешишь куда-то, кто-то опаздывает, а? Меня ждут. Я такая голодная, что я сейчас, наверное, все сожру. Пирог. Вот, потому что я сегодня так заработалась неожиданно. Я на завтра ждала много людей, а они сегодня все приперлись, поэтому разогреваю пирог. Делаю быстренько салат. Я даже раздеваться не буду, потому что сейчас поем и в Меркадону поеду. Поэтому что переодеваться-то? Переоденешься, потом опять переоденешься. И так будешь переодеваться. Туда им, сюда им. Я так и не дождалась, ее потом привезли родственники. Главное, стояла, уже звоню ей, говорю, ну ты где? Ой, а ты что, уже внизу? Это вот пунктуальность испанцев. Я говорю, ну мы же договорились без 20, а время же без 15 было. Ой, я еще... Туда и сюда, я говорю, я не могу ждать. Меня, говорю, уже ждут. Ну ладно, ты тогда ехай. Я, говорю, меня привезут. Трындец какой-то. Так, а где авокадо? Я говорю, что раньше-то не могла сказать? Знает же человек, что я на работу еду. Чарли гулять пошел. У него сейчас прогулка одна. На этом, на балконе. Ну не, я сейчас с ним прогулялась, пока до машины дошла. Пока от машины дошла. Это же тоже прогулка, правильно? Ох, так устала вообще. Морально, эмоционально. Я так замерзла, скажешь, обогрей. А потом, знаете, перед Рождеством, вот так всегда, а потом будет тишина. До Семана Санты, до Страстной недели. Хотя в этом году, по-моему, Страстной недели не будет. Кстати, сестра говорит, я говорю, слушай, говорю, будет это шествие королей по всему городу. Она такая, да. А знаешь, говорит, кто будет среди королей? Я говорю, кто? Она говорит, мой сын. Племянник, представляете? Я говорю, ну надо же. Ой, ладно, ем и едем с вами за продуктами. Блин, так жрать хочу. Я не я, когда голоден. Еду в Меркадону. Надеюсь, что сейчас времени. Мало там народу, хотя, знаете, все везде бегут, покупают, и я даже не знаю. Рыбка есть. Кстати, у нас вот цены, знаете, не поднимаются так вот, чтобы как вот, не знаю, как в России, наверное. Вот у нас цены какие были, такие есть. Кстати, может миди купить? Рубль 55, наверное, вот эта сетка моя сейчас кошель.
нету. Я трес. Так что, видите, можно купить. Ну вот если только морепродукты. Смотрите, 45 евро килограмм, 25. Ну это, конечно, но не на каждый день. Сейчас моя очередь. Un par de dorada a 6 medianas. Más chica, mejor. Oh, esto es muy chica. Mira, una esta, esta sí. Y la otra por otro lado, esta sí. Pues hacerla a la sal. Para el horno, ¿no? ¿Cómo es? Sí. В общем, я взяла две рыбки. Мне кажется, намного. Нам хватит одну. Ну, посмотрим. Видите, сейчас время обеденное. Точнее, сиеста. И вот все люди. Так, хамончик какой-нибудь, может быть, взять. Вот такой хороший, чтобы был. Тут они сами, видите, нарезают его. И какой-нибудь... Мне не нравится жирный, а мужу нравится жирный. И вот этот вот вроде неплохой. Вот этот возьми. Иберический. Иберический возьму. Так, мне соль нужна. Все раскладываю. Соль я, короче, еще уже третий круг даю, если чтобы вы поняли. Мне для рыбы, муж хочет сделать рыбу в соли. А где ее взять, эту соль? Я, знаете, что хочу? Чипсики вот эти. Вот эти очень вкусные. И, наверное, возьму эти лавашики. Лавашики, лавашики. Что-то какие-то маленькие, они плохо заводят. А эти дюж большие. Дюж большие. А вот вообще интегральный может взять. О, да, наверное, вот такие. Из цельнозерновой муки. Ну, вот нам не научили. Арина интеграль для 3. А, да, 60%, 59% интегральная мука. То есть нормально. Продолжаем поиски соли. Вот эти вот. Так. Палочки. Сейчас, подождите. Де мантекия. Где они? Чуть не вижу. Они обалденные. А вот, кстати, может вот такие вот взять. Де гамба. Креветочные, китайские. Вот тоже очень вкусные. Обойдусь, да? Обойдусь. Соль. Оксана, тебе нужна соль. Соль, 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 соль. Соль, 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 соль. Пимента и лимон. Угу, вкусные должны быть. Я, по-моему, такой марки брала или нет? Они просто нереально вкусные. Подружка, блин, подсаживает меня. Так вот, иметь подружек. Подсадят тебя на какой-нибудь. Ай, сметана, сметана нужна, сметана. Сметана. Вот. Чтобы рыбку делать, смотрите, специальная соль продается. Для духовки. Такая она крупная. 71 копеек. Тут тяжелая какая, зараза. Ой, сумка долба. Я как фигуру там, фигура тут. Подождите, чек. Чек у нас. Так, во-первых, купила мочи кокосовые. Мне очень нравятся они. И очень удобно, потому что они небольшие. Две штучки возьму, и мне прям вот классно для десерта. Они у нас, знаете, сколько стоят? Вот не люблю так искать. 2,65. Здесь 6 штук. Очень вкусные.
Прикольные. Ой, блин, а я же купила креветки большие. О, Маруся. У меня тут чего только нет. Уже ничего не закрывается. Уже ничего не закрывается. Все как это. Покупаю, покупаю. Думала, креветки большие мне нужны для салата. Они, оказывается, у меня есть. Ой, ну ладно. А теперь пойдемте с вами по рядку. То есть по чеку. Сейчас расскажу, что почем. Света мало может быть. И себя побаловала. Смотрите, я купила вот такой вот для стрелок гель. В ТикТок, блин, зараза. Там девушка его рекламировала. Ну, как рекламировала. Она его купила и, знаете, как это... Как это называется? 10 продуктов, лучших продуктов из Меркадоны. Ну, типа того. И вот она говорила, что он очень прикольный. Гель этот. И для стрелок. Посмотрим. Ой, мажется. Он водостойкий или не водостойкий, не знаю. Надо закрыть, чтобы, наверное, там не высыхало или что. И к нему также купила... О, не отмывается. Не отмывается. Вот такую писточку. Такая малепусенькая. Я вообще ее давно хотела, такую кисточку. Смотрите. Чтобы прям так на так точными такими вот чик-чик-чик делать. В общем, это... Знаете, сколько они стоят? Сейчас скажу. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Ого! Вот этот 5 евро. Чипизденчик. Офигеть. 5 евро, а какой маленький. И вот этот 3,50. Чипизденчик 3. Недешево, скажу вам. Для такого малюсенького. И пойдем по этому. Мехионесы. Это у нас вот эти вот мидии. Это я завтра буду есть их. На завтра. Ой, как пахнет морем. Так, живая. Дохлая, наверное, потому что не закрывается. А, не, живая. Видите, закрывается. Видите, закрылась. Живая. Рубль 55. 10 килограмм. То есть, видите, цены не растут вот так вот, как вот Made in Russian. Чтобы прям, ух, вот, например, Дорадо у нас стоила 6,50, она всегда стоила. И сейчас она стоила... А сей ты... Дунде ста, пескадо. 6,95 килограмм стоит. У меня здесь 1,5 килограмма на 9,76. Вот она. Но мне кажется, нам одной вполне будет достаточно. Ее уже почистили, она уже все со всеми делами. У меня девушка спросила, как я ее буду готовить. Я ей сказала, что в соли. И она мне ее приготовила так, вот, чтобы соли. Я, можешь там говорить, там... порежь кусочками, в общем, они тебе чистят, как ты душе угодно. В цену входит уже вот эта вот услуга, входит уже в цену. 6,95 килограмм. Потом я еще взяла креветки вареные уже, лангостины вареные для салата. Салаты буду делать. Он 8,95 килограмм стоит, она мне взвесила, я говорю, ну, 400-500 грамм, она мне взвесила 502 грамма. Ладно. Так, масло оливковое взяла, вот, 2,40, 2 соли, вот такая соль, которая специальная, она 71 копейка стоит, дедушкин пан, он так и называется, хлеб дедушки, он у нас, сколько, рубль 20. Рубль 40, вот такой вот мужской дезодорант.
Потом стевию взяла себе, потому что вот, потому что. Стевия, рубль 75. Вот такие вот очень вкусные чипсики. 90 копеек. Здрасте, приехали. Что вы хотите? Что вы хотите? Отдыхал? Ой, как люблю, не могу. Прям сил нету моих. Как люблю. Да, 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 моя сладкая. Тебе сейчас нельзя гулять. Да, мама сейчас спаста снимет дальше. Так, вот этот взяла, зелень взяла, это, ну вы поняли, да, кто, петрушка, 70 копеек стоит, рубль 50, вот эти мои чипсики очень вкусные, угу. Так, интеграл, рубль 50, вот такие лавашики стоят, рубль 50 лавашики здесь, 10 штук. Блин, чуть я куда-то далеко положила и ни хрена не вижу. Так, взяла сметану. Рубль стоит. Вареную сгущенку взяла. 2,30 стоит. Взяла это печень трески. Хочу салат сделать. Вот, кстати, кто не знает, вот так выглядит печень трески. Бакалау, Игода де Бакалау, Аумада. Ну, в принципе, печень трески. Подкопченая. Она у нас стоит рубль 50. Вот одну небольшую баночку взяла. Салатик хочу сделать. Так, хамон не найду. Он 4,65 килограмм стоит. Вот. Примера лунча, секунда, ультима фила. Ой, что это такое? Тут даже инструкции написаны, друзья. Ну, это же прям вообще... НСТО. Даже как надо это написано, как надо эти взять, брать. Ну вообще, ну прям вот пипец. Ну выглядит неплохо. Кстати, вот эти вот крупинки, они это не знаю что, но это вот полезно. И вот показатель, что хамон вкусный. Вот так, в общем, такие вот покупки. Но вы не переключайтесь, не отключайтесь, а наоборот подписывайтесь на мой канал, потому что мы сейчас пойдем с вами куда? Правильно, смотреть огни города. Огней так много золотых. Так что сидеть, чашечку чая и чашку кофею вы себе горячего налей. Ой, нет, что-то не пошло. Ладно, пойду еще полежу минут 10 и чай попью. On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas my true love gave to me French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love gave to me six geese a-laying, five golden rings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true... Ну-ка, Чарли, подвинься. В общем, не совсем это я искала в Приморье, но это я тоже хотела. Это такая штука. От морщин, от всего на свете. Значит, читаю. Помогает уменьшить морщины. Очень сильные и не сильные. Эти шрамы, от это хирургические, в общем, акне, в общем, все дела. Волшебная штучка, оказывается, надо ей пользоваться сначала 5-7 дней,
потом неделю отдохнуть. Чарли, ну подожди, это не для тебя. Ой, колючие. Колючие, слушайте. Как с иголочками. Ну надо же. Видите? Ну надо же. В общем, кожа покраснеет сразу, а потом все нормально будет. Ну надо же, колючее. В общем, буду пользоваться, чтобы морщины свалили. Завтра красная пойду на работу. Прикольно. В YouTube, не в YouTube даже, а вот в Primor. Это я в Primor купила. 10 евро цена вопроса. Вот, даже есть инструкции, ну там видео, как что делать. Интересная штука. Есть у кого-нибудь такая штука? Помогает, не помогает? Пишите в комментариях, что это за штука. А ты что, обиделся, что ли? Иди ко мне, иди к маме, иди к маме. О, у меня прическа какая. Иди скорей, иди скорей. Иди скорей, иди, иди. Не обижайся, ну мама рассказывает, да. Не обижайся. Какой я обидчивый. Да, какой я обидчивый. Да, да, не обижайся. Не-не-не. Наверное, стреляют, он трясется весь. Что-то где-то услышал. Чего ты боишься? Вот так вот. Так что буду пользоваться. Сейчас пойду, знаете, что, пирог, торт зафигачу, чизкек. Вот так вот. Да. Сел с мамой. Да, да. Чтобы он на завтра там смешать, только поставить все в духовку, поэтому быстренько. Вот, а салат завтра сделаю. И все готово. Да, да, моя рыба сладкая. Моя радость, мое счастье. Что-то, наверное, стреляли тут, пока меня не было. Пошла тортик делать. Мы скажем одно? Против вас индемнизар. Que cachondo el Alberto. Como me vacila. Venga, ¿dónde está mi mesa? Ну что, повозила я этим... Не знаю, как его назвать. Знаете, такое легкое покалывание на лице, как будто вот как крапива иногда вот бьешь себя, да? Но не такое прям сильно-сильно, вот как после, а вот такое легкое покалывание происходит такое, знаете, приятное, можно даже сказать. Так что, может быть, даже эффект и будет, благодаря тому, что кровь приливает и там что-то там делается. В общем, ладно. Конечно, все это фигня, морщины убираются только с помощью хирургов, вот, ну, как говорится, хуже-то не будет, правильно? Только вот там не написано, сколько минут себя это елозить-то по морде, сколько там, что, а то же я так могу увлечься там часами. Ну, ладно, я еще обожглась, делая пирог, он у меня почти готов, вот, так что у нас завтра будет еще на десерт тортик вкусный, чизкейк. Все, я пошла, слышите, стреляют, монтировать. Ну, моя пусечка лежит на папином месте. И пока вроде бы, знаете, если не придавать значения и вот так не охать, не ахать, то можно даже и перетерпеть. То есть дома он нормально. Ну, правда, пару раз хотел ко мне на ручки. Стреляют вообще. Зачем стрелять? Чего стрелять? Праздник нам приходит. Дети! Ладно. У кого, если кто католик, с Рождеством вас, всего вам самого наилучшего, вот, счастья, чтобы, ну, чтобы все было хорошо, здоровья и всего самого лучшего. А с вами мы увидимся завтра, вот, не забудьте подписаться и пишите комментарии, потому что как-то грустно без комментариев и как-то вот зашла сегодня, а там совсем чуть-чуть, хотя бы какие-нибудь сердечки, знаете. А вот что вы там, что вы тут. А так заходить неинтересно. Ну как неинтересно. Заходишь, а там тишина. Ладно. Всего самого лучшего и всем пока-пока.